В Донецке открыли новый пункт раздачи гуманитарной помощи от Рината Ахметова. Теперь ее могут получить и жители центрального Ворошиловского района. Сегодня волонтеры раздали людям уже больше 11 тысяч продуктовых наборов. В Донецке гуманитарный штаб «Поможем» работает непрерывно. Гуманитарный рейс Рината Ахметова каждую неделю доставляет в зону АТО грузовик с продуктами.